Студия Ардип представляет комикс из песка. Серия выпусков комикса «Лига чемпионов». Выпуск номер один. За пределами вселенной. В далекой-далекой вселенной, за пределами нашей, существует галактика. Самым главным в этой галактике является капитан Брокс. Он же предводитель самой большой планеты. На все планеты этой галактики постоянно нападают космические пираты, не дающие покоя мирному населению. А это первая планета Терра. Она населена расой под названием Кураторы. Это четырехногие существа с красной кожей. Вождя этой планеты зовут Акси. Он самый умный и опытный. У него есть жена Анжелика. Она отличалась от всех кураторов тем, что родилась тремя ногами, поэтому над ней часто смеялись. С тех пор, как Анжелика стала женой предводителя планеты, ее стали все уважать и любить. Только теперь все могли увидеть, какая она на самом деле. Терра наполнена многочисленными вулканами, но извержение этих вулканов кураторам не страшны, потому что их защищает огромный зверь Ратуль, который питается раскаленной лавой. Венус — это вторая планета галактики, семерка. Это самая маленькая планета галактики. Ее населяют технадзоры. Это самые образованные и разумные существа. Предводитель Венуса был собран и создан самими жителями планеты, технадзоры. Вложили в своего вождя все самые необходимые качества лидера. Жители этой планеты живут в домах формой, напоминающих наши кувшины. И как у кувшинов, ходят только сверхдень. Главная достопримечательность Венуса – научная академия огромных размеров. Третья планета Акволия – это планета агрономов и животноводов. Население ее расы – сердцами. Они довольно-таки неуклюжи, им трудно что-то брать руками. Из-за особенностей строения тела на головах у них орган в виде загогулины, с помощью которого они общаются между собой. Сердцами собирают различные механизмы, которые используют в животноводстве и агрономии. Эта раса очень дружная с животными населения Акволии. Главная достопримечательность Акволии – большое дерево. Дерево огромных исполинских размеров, которое включает в себя мини-мир, где обитают все животные планеты. Федерал, так зовут вождя планеты, он большой шутник и очень жизнерадостный. От всех других сердцами он отличается двумя искусственными загогулинами на голове и одна искусственная нога, которая показывает его положение в обществе и служит дополнительным средством общения в галактике. Планета Терафен окружена метеоритами, которые жители планеты используют для добычи жизненно необходимых ресурсов. Жаккарды – расы, живущие на Терафене. Их головы формы похожи на усеченные пирамиды, а тела очень больших размеров. Несмотря на свои исполинские размеры и грозного вида внешность, эти великаны очень добрые. Эта раса очень дружная. Они занимаются только физическим трудом. Предводитель Терафена – Корбис. Он очень огромен и дружелюбен. Он особенно гостеприимен и любит принимать гостей из других планет. Самая большая планета галактики по праву считается планета Дефеста. Сейчас Дефеста – это планета, объединяющая все планеты галактики воедино. А ведь еще несколько столетий назад это была самая весьма агрессивная планета. Древние изобранты всегда развязывали войны между другими расами, но со временем остальные планеты перестали им верить и не реагировали на их провокацию. На сегодняшний день Дефеста защищает всю галактику от нападок космических пиратов. Это самая богатая планета. Главной достопримечательностью является корабль, парящий в небе, состоящий из огромных механизмов. В этом корабле восседает верховный правитель капитан Грокс, предводитель планеты. Теперь вместо войн каждый год на Дефесте проходит турнир между планетами, главный приз которого – золотой кубок Лиги чемпионов. Капитан Грокс объединил все планеты в содружество, и они совместно защищают друг друга от пиратов, которые в последнее время не дают всем покоя. В
Вот в очередной раз, несмотря на постоянные атаки космических пиратов, наступает время чемпионата Лига Чемпионов. На каждой планете выбирается один чемпион, который будет вступать от нее имени и отправляют на ЕС. Новый сезон Лиги Чемпионов объявляется открытым. По космическим трассам, как в Атлантике плыть, расписаться на Марсе, на Венере любить.